Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы вместе будем тестировать новинку из каталога 12 компании Oriflame. Тональная основа Aqua Boost, увлажняющая. Она, эта тональная основа, хороша тем, что дает эффект здорового сияния на весь день, покрытие средней плотности и подходит для нормальной и сухой кожи. То есть если у вас кожа склонна к жирности, то рассмотрите другой вариант, например, тональную основу Everlasting, тоже из серии The One, в одинаковых тюбиках, только это будет лучше для жирной кожи. Итак, обладательницы нормальной и кожи склонной сухости, смотрим на тональную основу Aqua Boost. Кстати, это предыдущий вариант тональной основы, у меня он еще, этот тюбик, сохранился, но оттенок мне не очень подходит, поэтому я ее не расходую. Итак, давайте посмотрим, что за тон я себе взяла. Оттенок 408-29, называется светлый бежевый. Как наносить тональную основу? Если вы хотите, чтобы тональная основа лежала дольше на коже, то используйте сначала праймер. То есть вот такой вот тюбик, тоже серия The One, праймер для лица, он прекрасно выровняет кожу. Если есть поры, то поры будут сужены, и тональная основа ложится лучше всегда на праймер, и макияж держится дольше. И если же вы не хотите пользоваться праймером, то наносим тональную основу на подготовленную кожу. Я сейчас уже сделала уход за лицом, очищение, крем для глаз, здесь у меня тоник и крем для лица с бустером. То есть вот такое легкое покрытие, невесомое. И наносить я буду двумя способами. С одной стороны мы используем праймер, а с другой я просто нанесу тон. И посмотрим, какой вариант нам больше с вами понравится. Убираю волосы, чтобы они мне не мешали. Крабиком вот так вот. Так. И наношу сначала праймер. Так как я им давно не пользовалась, что-то я обленилась, редко наношу праймер, его нужно хорошо взбить, чтобы там не было отслойки какой-нибудь и жидкости. Наношу капельку праймера, его много не нужно, о, вот этого достаточно, даже много. Каплю праймера наношу прям пальчиками на левую половинку лица, распределяю в стороны по массажным линиям и от центра лба тоже в сторону. От центра подбородка тоже вверх. То есть все движения по массажным линиям, мы с вами их знаем прекрасно, и поэтому всегда двигаемся именно по этим линиям. Далее, пока здесь праймер немножечко впитается, пусть он полежит, я начну с правой стороны наносить тон. Вот так. Наносить тон я буду вот таким вот влажным спонжем, который у меня утащил кот ваш любимый и подрал его немножко, но ничего страшного. Итак, беру тональную основу. Прежде чем ее наносить, нужно повернуть стрелочку, так как она новенькая, здесь есть указатель, куда двигать. Несколько нажатий будут впустую, потому что трубочка пока еще пустая. И вот пошел тон, очень красивый оттенок. Так, ну, сделаю два пока нажатия, думаю, достаточно. Беру спонж, и смотрите, я спонжем чуть-чуть набиваю тон, и здесь же на руке рядышком я его распределяю по спонжу, чтобы он не был одним большим куском. Начинаю снизу, движение вверх. Когда наносите спонжем, то не нужно делать растирающих движений, только вбивающие. Еще немного тона на нос. Так, возьму зеркало поближе. Очень тонкое нанесение, обожаю эту тональную основу, она мне идеально подходит, потому что у меня кожа нормальная. Ну, когда сильно жарко, конечно, эта зона выделяется, но я не скажу, что меня это как-то сильно беспокоит, и буквально небольшое количество пудры всегда мне приходит на помощь. И удобен спонж еще тем, что можно другой тонкой стороной взять и пройтись в тоненьких, в труднодоступных таких вот местечках, как вот зона вокруг глаз. Вот, нанесла, смотрите, один слой нанесла. Кстати, спонж очень мокрый и забрал у меня всю тональную основу. Если хочется, то можно делать второй слой, то есть дать чуть-чуть впитаться первому слою, взять еще одну каплю и нанести второй слой, если хочется, чтобы покрытие было более плотным и таким вот, как более ровная кожа, потому что очень тоненькое нанесение. И вот за это я люблю эту тональную основу, и я вижу по качеству, что она не стала точно хуже, чем ее предшественница, потому что предыдущий вариант я очень любила.
И сейчас я нанесу все-таки второй слой, чтобы вы увидели, как это работает. То есть также набиваю немного тона и снизу вверх прохожусь, не сдвигая нижний слой. Очень легко и быстро. Также можно кистью наносить. Я люблю и кисть, и спонж. Все, что удобнее в данный момент времени, то я и использую. Так, прошла носик. Смотрите, как здорово, поры абсолютно не забиваются. И даже без праймера их не видно. Вот для меня это очень важно, потому что есть тональная основа в Oriflame, даже в серии Giordani есть один тон, который подчеркивает мои поры, хотя они не такие уж и большие, и это просто невозможно. Я не могу таким пользоваться, мне важно, чтобы кожа была просто ровненькая и максимально незаметно был тон. Так, нанесли на эту половинку, и вы теперь можете увидеть разницу, есть ли отличие, насколько тон, да, он по цвету мне хорошо подходит, такой спокойный, нормальный оттенок. Когда я нанесу пудру, румяна, будет просто картинка. Самое главное, чтобы тон не отличался от цвета шеи, потому что если шея очень светлая будет, а лицо очень темное, то это будет просто катастрофа. Беру еще две капли тона и перехожу на другую сторону, где у меня праймер. Также набиваю тон и работаю снизу вверх. То есть не начинайте никогда движение спонжем от носа, когда на спонже очень много тона, чтобы здесь не осталась огромная такая капля, которую трудно будет растянуть. Начните с дальней вот этой вот стороны, не забывайте про линию вот эту вот, где у нас подбородок, линия овала, чтобы не получилось так, что на лице как будто бы лежит маска. Так, пришел кот, а я заняла его любимое место, смотрит на меня таким взглядом. Так, прохожу вокруг глазика аккуратно, не бойтесь бровь проходить, то есть вот эти все места, где у нас явные такие видимые линии роста волос, вот в это место, где у нас ушко, вот сюда мы тон кладем, вот эту зону, вот это все проходим. Вот, и я вижу, что мне достаточно одного слоя, потому что праймер, он все-таки делает свое дело очень хорошо. Итак, давайте внимательно рассмотрим, что у меня получилось на лице. Очень хорошо, все очень красиво, есть легкое сияние, тональная основа увлажняющая, на коже я ее не чувствую, то есть она невесомая, очень легенькая, приятная. То есть что я могу сказать, то что если у вас кожа нормальная, склонная к сухости, то смело берите этот тон. И в 12 каталоге он у нас участвует в акции с тушью, то есть если вы берете еще и тушь новинку, то в подарок получите аромат Эклат Мон Парфа. У меня вот есть он в большом варианте, а вы получите 8 миллилитров. Это очень крутое предложение. Так что желаю всем успехов, красоты и нежной красивой кожи. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.